полном составе. Передача Георга Головкова, номер 83. Шайбу забросил Эдгар Скунда, номер 32. Чайскас номер 96, Динамо. Оскар Цибульскис, номер 97, Динамо команда.
Производится видеопросмотр игрового момента. При видеопросмотре уделено. Удара ногой по шайбе нет. Гол. Два команда автомобилист. Удален на 2 минуты за толчок. Автомобилист команды «Белая Белая» состава. Команда «Автомобилист» играет полным составом. Шесть, номер 70. Результат 4-3. Узваршая спела из циния «Динамо» команда. Со счетом 4-3 победу в этой игре одержала команда «Динамо». Paus komandu labākiem spēlētājiem pasniedz akcijas sabiedrības Latvijas gāzes.